Сейчас мы попробуем самое сложное, да, из гранат выдавить сок. Ну, возьмем хороший стакан. Где у нас стаканчик? Стаканчик. Возьмем вот этот чистенький стакан. Отрезаем хвостик и в другом хвостик, чтобы он нам не мешал, да? Разрезаем гранат пополам. Вот какой сочный, да? Но с него обычная проблема выдавить все, потому что там косточки. Ставим стакан, как обычно, гранат, и смотрите, что происходит. Что получилось с граната, смотрим. Он сухой. Еще. Есть. Он сухой. И еще у нас два. Гранаты маленькие. Если бы у нас были большие, то стакан был бы очень полный. Смотрите, что мы получили в итоге. Смотрите. Да? Чистый гранатовый сок. Классно. Все. Вот так же мы быстро. Бытовая техника часто неудобна, потому что все вот эти вот комбайны, их нужно долго-долго мыть. А это одним движением. Все. Мы можем готовить теперь апельсин, сок, мандарин, грейпфрут и так далее. Стоп.